С 1 января этого года иностранцы могут приезжать в Гродно без виз на 10 дней. Пропуск безвизовых туристов в нашем регионе осуществляется через пункты перехода Брузги, Привалка, Лесная, железнодорожный вокзал Гродно и местный аэропорт. Как заверили в Госпогранкомитете, пограничники готовы к увеличению нагрузки, чего пока не скажешь о гостиницах города. В связи с предстоящим ростом туристического потока, гостиничный фонд областного центра претерпевает существенные изменения. Только в прошлом году открылось 4 хостела. Такое же количество аналогичных объектов будут введены и в текущем 2018-м. Активно ведутся строительные работы и в гостиничном комплексе «Гродно». Согласно инвестпроекту, к 2020 году реконструкция будет полностью завершена. С помощью китайских инвесторов, помимо гостиничных номеров, там появятся современные офисные помещения и ресторан. Готовится к обновлению и другая гостиница в Гродно. Гостиница «Беларусь», она без остановки, так будет вестись в течение 2 лет работы по его реконструкции, проведению ее в порядок. В том числе заработает когда-то достаточно посещаемый и ресторан, который находится рядом с гостиницей. Номерной фонд областного центра будет не только обновлен, но и существенно пополнен. Новые гостиницы будут построены в районе улиц Горького и Буденного.